Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в эти нелегкие, непростые для всех нас дни карантина, когда мы пребываем вот в таком заточении. И ведется трансляция сейчас уже не из храма и монастыря, не из притвора, из дома при помощи новых программ, и они все в режиме тестирования, поэтому я заранее хочу попросить прощения за возможные перебои, если они вдруг возникнут. Но вы все знаете, что я сторонник не просто лекции, но бесед, и этот формат, я надеюсь, мы сможем сегодня сохранить. Вопросы вы можете задавать в комментариях с небольшой задержкой, ну, буквально в 20-30 секунд. Вот, я буду наблюдать за вашими комментариями. А мы с вами приступаем, точнее продолжаем изучать Ветхий Завет, Священное Писание Ветхого Завета. И традиционно, конечно, нашу встречу предваряем молитвой. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сыйся, исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Мы с вами остановились на изучении третьей главы книги Даниила пророка. И это был 18 стих. Трое наших друзей отказались поклониться золотому истукану, которого воздвиг Навуходоносор. И не просто отказались, но и вступили с ним в полемику. Слова, которые мы читаем в Священном Писании в 18 стихе, звучат следующим образом. Богам твоим мы не служим, идолу золотому не поклоняемся. Пис фиису у латриумен, кети иконити хриси и эстисас у проскинем. Не поклоняются золотому образу, которого ты поставил. Почему? Мы с вами уже говорили. Это исповедание веры, которое достаточно часто встречается в Священном Писании, которое мы видим и у пророков, и у апостолов, и на протяжении всей церковной истории. Это исповедание веры, которое принадлежит не просто этим трем отрокам, оно принадлежит всем нам. Христианам. По сути дела, это должно быть девизом и является девизом. И этот навык в христианской среде, исповедание единого Бога, несмотря ни на какие угрозы, конечно, в самых хороших своих проявлениях должен присутствовать с самого детства. То есть так должны, как бы должны были бы и воспитывать своих детей. Ну вот мы с вами говорили, что вроде бы атеисты богам не служат, но вот вторую часть, не всегда второй части следует. Золотой телец, к сожалению, в атеистической среде и в среде мимо верующих он получил достаточно большое распространение. Итак, идол, мы с вами переводим его с греческого языка, означает образ. Вот получается, на этом примере, на примере многих других христиан, какой образ в семье, в обществе, в государстве прививается, вот, собственно говоря, такой такое служение затем в дальнейшем людьми и усваивается.
Вы это все прекрасно могли бы сами наблюдать. Вот тут спрашивают, есть ли прямой эфир. Вот, прямой эфир вроде бы идет, он должен быть вам виден. Трансляция, точнее, идет. Да. Если же возможности сохранять верность своему Творцу, оно отсутствует, то тогда человек должен быть готов исповедовать свою веру до самого конца. Это, по большому счету, зависит от того, насколько глубоко эта вера, насколько он сам проникнут ею, и насколько глубоко она является его жизненным идеалом. 19 стих, сегодня я сам буду читать, к сожалению, мне некого попросить это делать, как обычно. В 19 стихе сказано: «Но даже если и не так, все равно, царь, знай, твоим богам служить мы не станем, золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда царь Навуходоносор еще больше разгневался. И это понятно, да? Понятная реакция. «Глянул яростно на Шадраха, Мешаха и Аведнего, приказал раскалить печь в 7 раз жарче прежнего и велел лучшим воинам из своего войска связать Шадраха, Мешаха и Аведнего и бросить в пылающую печь». Мы с вами знаем, что печи использовались в Вавилоне для изготовления в том числе и кирпичей. Огромное количество вот тех памятников, которые, даже изучая в школе историю древнего мира, мы с вами листаем, это кирпичные постройки. Что значит в 7 раз увеличить вот силу этого, этой печи? Да? Там же никто на самом деле не сидел и не измерял, да, вот как это будет выглядеть и так далее. В 7 раз это значит запустить на полную мощность. Вот. Так как не раскаляли ни для выплавки стали, ни для обжига кирпичей, ни при каких обстоятельствах и никак. Ну вот, мученики эти три друга, это реальные свидетели, которые свидетельствуют о своей вере, даже лично наблюдая, как готовится орудие для их пыток. Ведь что происходит? Их же не содержат где-то в темнице, да? Их прилюдно опрашивают и прямо на глазах, безусловно, для устрашения готовят орудие казни. Ну вот, что они исповедуют формально, мы с вами, как люди, уже изучавшие Тору, изучавшие книгу Бытия, мы с вами знаем. Это сформулировано еще в 10 заповедях, в которых Моисей написал такие слова: «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, земли рабства, пусть не будет у тебя других богов, кроме меня. Не делай себе идола, никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу или в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ведь я, Господь Бог твой, Бог ревнивый, наказывающий детей за грехи родителей, отцов до 3-го и 4-го поколения, тех, кто ненавидит меня, но являющий милость
тысячам поколений тех, кто любит меня и соблюдает мои повеления. Это 20 глава книги Исход. Я надеюсь, ее видно на экране, вы можете ее прочесть. Не только наши друзья, но и мы сами, мы вместе с вами, все христиане, в каждый момент своей жизни становимся перед выбором. И этот выбор может быть зачастую не так явен, не так открыт формально. Выбором между образами, идолами, но не явными, открытыми, которые висят на плакатах или которые возводятся. Нет, идолами нашего сознания. Идолами, которые находятся вот здесь и в сердце. Идолами, которые находятся в нашей душе. И когда мы начинаем служить им, мы теряем образ Божий, и мы начинаем безобразно относиться к кому? К Богу. У нас вместо должного служения Творцу начинается безобразное служение. И в связи с этим, в связи с тем, что идолопоклонство нашего времени, это уже не формальное идолопоклонство языческим богам, как это было у христиан первых веков. Это намного более серьезно. Мне бы хотелось обратиться к святым отцам, к святоотеческому творению, к преданию святоотеческому. И вот обратиться к словам Исихия Иерусалимского, вот, который говорит: «Один образ трезвения есть непрерывно смотреть за воображением или иначе за прилогами». Что такое воображение, я думаю, каждый из нас знает. Прилоги – это мысли, которые постоянно, поскольку мозг постоянно работает, влетают в нашу голову. «Ибо без воображения, – говорит святой Исихий, – сатана не может созидать помыслов и представлять их для лукавого прельщения». Вот какой интересный пример являет нам этот святой. То есть он говорит о том, что роль, которую раньше играл Навуходоносор, да, и другие цари, маги, жрецы, служители языческих культов, сегодня сатана все это дело использует несколько иначе, поскольку мы живем в постхристианском мире, поскольку все бессмысленность язычества уже давным-давно апологетами христианства было низложено, поскольку крестом уже побежден сам дьявол, побеждена смерть, побеждено проклятие, носителем которого был человек, теперь сатана действует намного более лукаво. Он не может формально поднять на постхристианский мир, где есть храмы, где люди имеют божественное откровение, где служится святая литургия во воспоминании о крестных страданиях и воскресении нашего Господа. Он не может открыто поднять свою пету на христиан и на людей, делает это прикрыто. Благодаря чему? Благодаря воображению и помыслам. То есть, еще раз повторим, тому, что влетает в нашу голову. Когда достаточно иронично рассуждают о том, что главным достижением дьявола является то, что люди перестали верить в его существование, то отчасти раскрывается действительно верная стратегия подхода дьявола к прельщению христиан и людей нашего времени. Это действительно так.
человек перестал внимать себе, своей душе, вообще сосредоточенность – это уже не добродетель нашего времени. Люди живут благодаря определенному клиповому сознанию и, конечно же, к сожалению, ни на молитве, даже в храме не сосредотачиваются, не собирают все свои силы души, разума, воли, чувств вместе, проявляют достаточно большую расхлябанность и без труда становятся жертвами дьявола. При помощи помыслов, при помощи своеобразной рекламы, дьявол прельщает и пытается прельстить даже святых нашего времени, то есть христиан. Самый неправильный в связи с этим образ молитвы, о котором мы можем говорить, это когда молящийся, неважно, в храме ли, дома ли у себя, сочиняет силой свое воображение мечты или картинки, часто заимствуя их из Священного Писания. Конечно, не самостоятельно придумывая. В сущности же из собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. То есть, если во время молитвы человек прокручивает в своей голове мультипликацию, связанную со святыми, будь то с персонажами Священного Писания, то он выдумывает их сам. Естественно, что никакой связи с горним миром в данный момент нет. А выдумывает, исходя из чего? Как он думает, из своего воображения. Но человек находится в состоянии греховности. Человек находится в состоянии грехопадения. Грех проник в нашу природу и захватил, и сделал рабами. Значит, если мы полагаемся на собственную природу, особенно во время молитвы, мы впадаем в состояние самообольщения, где легко становимся добычей бесов. Человек, который молится и просматривает в своем состоянии картинки, льстит своему самомнению, льстит своему тщеславию, своему высокоумию. Это что? Это все страсти. И льстит своей гордости, матери всех грехов. То есть обманывает самого себя. Очевидно, что все сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенное падением нашей природы, посмотрите, как этот Святой Отец часто обращает наше внимание на то, в каком мы состоянии находимся. Для чего? Чтобы мы не доверяли себе. Не существует на самом деле. Есть вымысел и ложь, столь свойственная, столь возлюбленная падшему ангелу. Мечтатель церкви, к сожалению, с первого шага на пути молитвенном выходит из области истины и вступает в область лжи, в область сатаны, произвольно подчиняется влиянию сатаны. Мечтательность в молитве, которая, к сожалению, еще раз повторим, подвержены многие и многие христиане, еще вреднее рассеянности. Рассеянность делает молитву бесплодной, а мечтательность во время молитвы служит причиной плодов ложных, самообольщения и, называемой так святыми отцами, бесовской прелестью. Это говорю не я, это говорит святитель Игнатий Бринчанин. Что касается образов далее, нас предупреждает святой Никодим Святогорец. Он говорит: «Знай,
что как Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и места, есть совершенно безобразен и безвиден, и хотя везде есть, но есть превыше всего, то он есть и вне всякого воображения. Отсюда само собой следует, что воображение есть такая сила души, которая по природе своей не имеет способности пребывать в области единения с Богом. Почему мы так обращаем внимание с вами на воображение? Для того, чтобы прельстить все народы своей империи, Навуходоносор ставит божество, образ. И посредством зрения, органов чувств и органов слуха, вы помните, там еще оркестранты присутствовали, да? Он пытается воздействовать, точнее дьявол посредством Навуходоносора, пытается воздействовать на сознание людей, прельстить их, укрепить их в язычестве, в поклонении новому истукану, новому демону власти, новому демону гордыни, который вот ставится на равнине рядом со столицей. Об этом говорит нам, вот предупреждает святой Никодим Святогорец. Григорий Ниский, это еще один святой отец, для которого не были закрыты тайны человеческой души, который был богопросвещаемым отцом, он тоже нас предупреждает. Всякое понятие, сформированное рассудком с целью постигнуть и опять божественную природу, достигает лишь того, что вместо познания Бога создает его идол. Действительно, если мы внимательно обратимся к тому, как мы с вами воспринимаем окружающий мир, то с легкостью обнаружим, что наш разум, пытаясь дать определение или имя, номен, какому-то явлению природы, естественному явлению, ограничивает его, то есть полагает границы. Для того, чтобы дать определение стулу, что нужно дать определение его свойствам и определить его границы. Для того, чтобы дать определение дереву, нужно, естественно, отграничить его от остального мира и дать ему наименование посредством чего? Посредством того, что мы его ограничим. Но когда человек при помощи своего ума, падшего ума, падшего после грехопадения, пытается дать определение Богу, Творцу Вселенной, который ничем не ограничен, то с необходимостью впадает в глубокое заблуждение. Как глубоким заблуждением древности, в том числе и наших предков, и всех остальных жителей Земли, было, собственно говоря, язычество. Почему оно возникло? Почему стали создавать вот этих идолов? Попытались ограничить божества, потому что человеку обязательно необходимо пощупать, потрогать, чувственным образом соприкоснуться, понять и ограничить то, что для него является непонятным и безграничным. А как можно ограничить Бога? Создать его образ, статую, Зевса, например, какой-нибудь богини. Таким образом, мы свидетельствуем только о том, что наше сознание, оно было захламлено на протяжении, простите за это выражение, тысяч лет всякого разного рода мусором. И вот эту расчистку, конечно, пытались проводить пророки, которых Господь говорит, что посылал их разным народам, тем более к избранному народу, историю которого мы сейчас изучаем. Но все это всегда заканчивалось плачевно. Расчистить человеческое сознание, очистить человеческую душу самому человеку всегда было не под силу. Собственно говоря, поэтому около 2000 лет назад мы с вами стали свидетелями Боговоплощения, явления в мир Господа, который очистил человеческую природу в самом себе.
Тот же святой отец Григорий Ниский вот говорит нам об этом в своем произведении «Жизнь Моисея», и его временной соподвижник, святитель Иоанн Златоуст, предупреждает нас также. Что значит быть безумным во Христе, то есть юродивым во Христе? Этот образ достаточно распространен, я думаю, его сейчас не нужно объяснять. Это значит смирить не кстати появляющиеся образы. Образы икосы, которые возникают в душе, в разуме, в сердце. Сделать свой ум необремененным и свободным, чтобы, внимая учению Христа, он был очищен и готов к принятию Божественного Слова. Это предупреждение святителя Иоанна Златоуста в труде о непостижимости Божией. Он говорит об этом в своей пятой беседе. К чему мы обращаем на все это внимание? Образы, которыми непрестанно бомбардируются уже, да, на протяжении всей человеческой жизни наше сознание, а эти образы в уме сводят в буквальном слове с ума человека. Самое главное – молитву, возможность диалога с Творцом, они прерывают и делают бесплодным. Вот человек молится, просит о чем-то, а ничего не получается. Ничего не сбывается, как он от того просит. И возникает вопрос, почему? Человек молится, получает некие откровения. Вот прокручивается в голове этот кинофильм. Сходит с ума, впадает в прельщенное состояние. Абсолютно теряет адекватность, становится больным, уже проблемы психосоматические возникают, не просто духовные или душевные. И возникает вопрос, почему? Вот апостол нас предупреждает, да, что вы молитесь и не получаете, понятно, потому что не молитесь, но если молитесь и не получаете, то молитесь не на добро, а для угождения своим страстям. Если мы внимательно обратимся, внимание на то, какие молитвы мы произносим собственными словами, не те, что мы читаем в молитвословах или слушаем за богослужением, нет, вот те, которые мы обращаемся своими словами, то это, по сути дела, все те самые молитвы, которыми на протяжении многих тысячелетий обращались наши предки. Мы требуем и просим земного благополучия и благоденствия. Это верховные божества посылали, по мнению наших предков. Мы требуем и просим здоровья, благоденствия родным и близким. Ну вот Эскулап и другие боги этим занимались, врачевание, к примеру. То есть наши молитвы зачастую, если мы обратим на это внимание, по большому счету обращены к состоянию земного благополучия и благоденствия нашего тела, нашей природы. Здоровье – это значит для тела, благоденствие для тела, благополучие для тела своего и достаточно эгоистично, да, тех, кто нас окружает, родных наших и близких. То есть, по сути дела, мы остаемся в душе, по природе, и по своему сознанию мы остаемся язычниками. Мало кто из нас, очень мало кто из нас, приобретя навык молитвы в течение, может быть, многих лет, пройдя большие трудности, обращаясь ко Творцу, говорит: «Но да будет воля не моя, а твоя». Нет. Почему мы так делаем?
Потому что по большому счету усваиваем образы и икосы не те, которые предлагает нам церковь для спасения, а те, которые предлагает нам мир. Идолом нашего мира современного является здоровье, благополучие, благоденствие материальное. Ни о каком духовном благоденствии и здоровье нигде вы не услышите, и никто, и никогда, и ни при каких обстоятельствах вам не скажет. И никто, и нигде, и никогда не свяжет состояние человека внутреннего с тем внешним состоянием, в которое он впадает. К сожалению, это так. И потому церковь нас предупреждает. С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают зло. Мы с вами говорили уже многожды о том, что так же, как тает воск от лица огня, так всякое непотребство и грех тает от приближения Бога. Божество, то есть святость, и греховность вместе находиться не могут. Но ведь человек непрестанно творит зло, человек непрестанно уходит от добра, человек непрестанно бежит к дьяволу и убегает от Всевышнего, ведь это все делает человек. И поэтому церковь говорит, им известно то, что можно знать о Боге. Ну, это апостола Павла, понятно, да, мы сейчас цитируем. Потому что Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства Бога, его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассмотрение того, что он сотворил. И значит, людям нет извинения, потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, они не прославили его как Бога и не были благодарны. Но предались, вот посмотрите, как точно подчеркивает апостол, бесполезным размышлениям. Это очень интересный подход. Бесполезные размышления. И их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих, животных и пресмыкающихся. Так пришло язычество. Язычество есть не что иное, как проявление или отсутствие человеческого благоразумия. Бог отдал их по этой причине на произвол низменных желаний и сердец. Других желаний в сердцах нет. Бог отдал, то есть оставил их. Они оставили Бога. Бог показывает людям, что с ними произойдет, если Он их оставляет. Он их оставляет наедине с их грехами. Это вот то, о чем в свое время молился Иов. И они сами осквернили свои тела нечистотой. То есть гордыня человеческая, сладостение создает между Богом и человеком. Человек сам уходит от Бога. Но если Господь оставляет, естественно, это понимание воли человека, да, его свободной воли, вот в этом контексте, человека на произвол тех грехов, которыми он обвяз, ну для чего оставлять? Естественно, это врачебный подход, это педагогический подход, да, чтобы показать человеку, в какое он состояние впадет сам по себе, если останется один. Они сами, люди, стали осквернять свои тела нечистотой. Сами. Эти люди заменили истину Божию на ложь и поклонялись и служили созданию,
а не Создателем, который достоин вечной славы. Аминь. Итак, Бог оставил их на произвол их постыдных страстей, и в результате, что стало очевидным сразу же, женщины заменили естественные сношения на противоестественные друг с другом. Также и мужчины вместо естественных сношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу. Мужчины с мужчинами делают постыдные вещи и сами в себе получают заслуженное наказание за свое извращение. А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов. Для того, чтобы человек начал совершать грех, грехопадение должна впасть его душа. Страстью должна объята быть душа, ее силы, то есть сознание. Вот испорченный ум двигает человека совершать грех. Бог оставил на произвол испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должен. Такие люди полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидят Бога, наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло. Непокорны родителям, нет в них рассудка, ни веры, ни милости, ни любви. Отношение Божие им известно. Все, кто живет такой жизнью, достойны смерти. Но они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других, поступающих так же. Это апостол Павел предупреждает кого? Вы думали, посмотрите, жители столицы Римской империи. Кто, как не жители столицы, знали толк в этих вещах? Таким образом, история человечества показывает нам, как сведение с ума человека, вержение его в пучину язычества, поклонение творению, политеизм, да, анимизм, поклонение духам, пантеизм, поклонение природе и прочее. Вот это вот многообразное поклонение – это проявление многообразия образов икосов. И возникают религии, религиозные взгляды, служение кому? Твари, творению. От масштабной вселенной, как это мы наблюдаем в восточных, дальневосточных религиях, в индуизме, до отдельных духов. Ну, пожалуйста, в Полинезии можете обрести. А стихии природы и чувств, как в Египте и Греции, посмотрите, чему покровительствовали эти боги, да, и Риме, до тотемов и тоже духов, посмотрите на Мезоамерику, Америку, на эти племена, индейцы. Таким образом, апостол Павел, он показывает, иллюстрирует нам связь между религиозными взглядами и поведением. Не поведение определяло теперь уже религиозные взгляды, а религиозные взгляды как следствие духовной нечистоты и помутнения разума определяли действия и поведение людей. Вот это очень и очень важно нам понять и знать. Эти три отрока, предстоя императору, они не просто так, они не дерзят власти, они не выступают против государственной власти, потому что ни в каких политических интригах, мы с вами говорили, замечены не были и не занимались этим, и верно служили той государственной власти, которая
на тот момент была, несмотря на то, что были пленниками, были уведены, и кого как не у них должны были быть чувства ненависти, хотя бы, как мы говорим, из патриотизма к завоевателям. И ничего подобного мы не наблюдаем. Три отрога соблюдают чистоту своего разума. Они соблюдают чистоту своей души. Они чистоту помыслов и сердца соблюдают, показывая нам всем пример. Почему? Потому что богопросвещаемые души, они очень хорошо видят то зло и искушение, которое нас окружает. Вот они в прямом смысле являют нам пример. И апостол Павел нас точно так же предупреждает от этой порченности. 20 стих. «И велел лучшим воинов из своего войска связать Шадраха, Мешаха и Абеднего и бросить в пылающую печь». Ну вот реакция человека на обличение, она вот зачастую вот такая. Поэтому Писание предупреждает нас: злого обличишь — будет очень плохо, мудрого обличишь — он тебя возлюбит. Это действительно правда, это действительно так. Обличать злых — это значит бередить все эти страсти, это значит эту болезненность, которая внутри человека существует, ее вот сколыхнуть. Что ты получишь в ответ? Ну, практически все пророки были убиты, многие из них. Все апостолы, которых мы знаем, были убиты. Реакция Римской империи, да и многих других государств в начале вот христианской эры на проповедь христианства, посмотрите, какая была. В Абхазии пострадал Симон Канонит. Ну, почему он пострадал? Проповедь христианства, она безнаказанно не остается. Точно так же и мы видим и у этого императора. Что делает Навуходоносор, когда его обличают? Золотому тельцу мы не поклоняемся. Он приказывает бросить их в огонь. Это проявление политической, конечно, целесообразности, но исходя из чего? Исходя из тех умозаключений и идолов, которые находятся в голове у Навуходоносора. Чем он объят? Бесноватый. Поэтому и такие действия. 21 стих. Связали их и бросили прямо в пылающую печь, в чем они были, в шароварах, рубашках и шапках. То есть одежды, конечно, с них никаких не снимают, их бросают прямо в одежде. Одежда в огне очень быстро, легко воспламенится. Да, будет, конечно, им непросто, да? 22 стих. По суровому приказу царя печь разожгли так сильно, что воины, исполнявшие приговор над Шадрахом, Мешахом и Аведнего, сами погибли от пламени. Те трое, Шадрах, Мешах и Аведнего, упали связанные в огонь пылающей печи. Характеризуется вот в этом сюжете, обратите внимание, да, сама стихия. Вот лицо царя искажено. Почему оно искажается? Ну, перечат его замыслом. Он так реагирует, да, вот, он настолько зол, что слуги сами, обратите внимание, выполняя приказ своего на этот момент несмысленного руководителя, гибнут. Гибнут сами рабы, которые бросают в печь наших друзей. Вы представляете состояние, да, царя? Но тут царь Навуходоносор, это 24 стих, пришел в изумление, поспешно встал и спросил у своих приближенных: «Мы ведь бросили в печь троих, связанными.
Ему отвечали: «Именно так, о царь». Он сказал: «А я вижу, как 4 человека свободно ходят среди огня, целые и невредимые, и 4-й на вид подобен божеству». Это перевод «сыну человеческому». Вот с этого времени начинается вставка, которой нет в канонических изданиях, она есть только в греческом тексте и в переводах на другие языки. Мы с вами будем, конечно, вместе с этой вставкой изучать. Да? Вид отроков, поющих и невредимо ходящих среди огня нашего царя Навуходоносора приводит в изумление. Вот греческий текст, он звучит вот так: «И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословя Господа. И, став Азария, молился и, открыв уста свои среди огня, возгласил». Я специально показываю этот текст на экране, вы можете его увидеть. Для чего мы это делаем? В каноническом издании, вот в этом издании, он отсутствует. Как и равно в разных протестантских изданиях, да, вы можете только в славянской Библии его увидеть. Вот я в русском переводе его здесь вам и даю. «Азария молился, открыв уста свои среди огня, и возгласил: Благословен ты, Господи, Боже отцов наших, хвальное и прославленное имя Твое вовеки. Праведен ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истины, и пути Твои правы, и все суды Твои истины. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас, и на святой град отцов наших». Какое интересное исповедание, оно покаянное. «На отцов наших в Иерусалиме, потому что поистине и по саду навел ты все это на нас за грехи наши. Мы согрешили и поступили беззаконно, отступив от тебя, и во всем согрешили. Заповедей твоих не слушали и не соблюдали. Это исповедание из печи. И не поступали, как ты повелел нам, чтобы благо нам было. Все, что ты навел на нас, и все, что ты соделал нам, соделал по истинному суду, и предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю неправосудному и злейшему на всей земле». Это Навуходоносору. «И ныне мы не можем открыть уст наших. Мы сделали стыдом и поношением для рабов твоих и чтущих тебя. Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего». Это интересно, потому что Господь остается верным завету вне зависимости от того, как ведет себя другая сторона договора. Мы с вами часто об этом говорили. Израильский народ на протяжении всего времени приобретает наименование блудницы именно потому, что идет вслед богам другим, то есть прелюбодействует с языческими различными божествами. Но Господь остается верным. Почему? Потому что не вы меня избрали, но я вас избрал. Не отними от нас милости, то есть благодати твоей, ради Авраама, возлюбленного твоего, ради Исаака, раба твоего, и Израиля, святаго твоего, которым ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши. Какой точная характеристика. У нас нет в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама. Обратите внимание, нет богослужения, нет политической власти, нет церковной власти. Ни места, чтобы нам принести жертву тебе и обрести милость твою. Но во времена карантина, как говорится, вот вам пример. Но сокрушенным сердцем, вот это самое важное, и смиренным духом да будем приняты.
как при всесожжении овнов и тельцов, и как при тысячах тучных агнец, тогда будет жертва наша пред тобой, ныне благоугодной тебе. Какая это жертва? Это же не просто опускание в печь, да, в самые недра печи. Это исповедание, которое приятно с любого ладана, любого кадила, которое возносится. Раскрытое сердце человека намного красивее и прекраснее самого лучшего кадила Фаберже, поверьте. Ибо нет стыда уповающим на тебя. И ныне мы следуем за тобою всем сердцем и боимся тебя, ищем лица твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению твоему и по множеству милости твоей. Избави нас силой чудес твоих. Дай славу имени твоему, Господи. И да постыдятся все делающие рабам твоим зло. Да постыдятся со всем могуществом, и сила их да сокрушится. И да познают, что ты, Господь, Бог един и славен по всей вселенной. А между тем, слуги царя, вергшие их, не переставали разжигать печь нефтью. Но вы знаете, что Междуречие, оно и сегодня богато этими приисками, является потому объектом пристального внимания самых разных народов и стран. Вот. И продолжали зажигать печь вот смолой, паклей, хворостом. И поднимался пламя над печью на 49 локтей. Мы с вами говорили, локоть это приблизительно полметра. Да, вот. И 49 локтей, вы представляете, это почти на 20 с лишним, на 30 метров такой огонь бьет. Да? Подобное мы можем увидеть, наверное, где, когда какие-то месторождения газовые или нефтяные полыхают. Вот такой огонь, и в центре этого огня находятся живые люди. Этот огонь вырывался и сожигал тех из халдеев, которые достигали около печи. Это, конечно, совершенно неимоверно, да, читать вот нам с вами. И такой образ, конечно, вот самого Навуходоносора приводит в изумление. Это чувство усиливается присутствием вот в этой печи четвертого лица. То есть бросают троих, видят четвертого. Ну, всякий понимает, что если вот не было, да, и кто-то появился, то тот, кто появился, не имеет отношения непосредственно к материальному миру. Значит, появившийся имеет отношение к духовному миру. Появившийся как образ спасения, конечно, дает нам образ самого Господа, нашего Иисуса Христа. Потому что Он всегда появляется, когда речь идет о нашем исцелении или нашем спасении. Появившийся не был похож на человека. Он говорит, не похожего, имевшего как сын человеческий. Да, это вот такое отношение к явлениям ангелов, к явлениям духов, к явлению Бога, к Теофании. Огонь, это, конечно, мы уже говорим, я часто это повторяю, Священное Писание часто нам об этом говорит, это образ Божества. К Богу не может приблизиться скверна. И вы видите, когда вот эти слуги пытаются выполнить приказ, они погибают. Те, кто растапливают, они погибают. Да? Зло не может приблизиться к Божеству. Но не только зло. Они свободно ходят посреди огня. А огонь не уничтожил их одежд. Но обратите внимание, что огонь уничтожил. Огонь уничтожил веревки, узы. Вот эти вот временные узы, которыми мы все вот связаны с вами, да, буквально в этом мире, выполняя вот эти надобности этого мира, надо сделать то, надо сделать это. Что побуждает нас очень часто, как мы говорим, для того, чтобы выживать, становиться лицемерами,
становиться клятвопреступниками, становиться ворами, становиться насильниками, убийцами иногда становиться. Вот вся эта причинно-следственная связь путами, да, которая нас вокруг содержит в цепях, она спадает в огне. В очистительном огне Всевышнего спадает эта причинно-следственная связь необходимости служить греху. Веревки, которыми обвязал этот неразумный царь наших друзей, они сгорели в этом огне. Одежда не сгорела. Веревки, цепи, узы, они пали. Это тоже достаточно примечательный образ, который иллюстрирует нам книга пророка Даниила. Они сами не сгорают не потому, что они такие святые. И, конечно, не потому, что они проявили такую силу воли или веры. Они не сгорают, потому что с ними Бог. И они исповедуют реально то, что видят. Ведь не только же царь видит четвертого ходящего вместе с ними. 26 стих. Навуходоносор подошел к устью пылающей печи и позвал Шадрах, Мешах и Абеднего, рабы Бога Всевышнего. Посмотрите, что он исповедует. Выходите оттуда. Тогда Шадрах, Мешах и Абеднего вышли из огня. Сам царь в огонь войти не может. Вы помните, зло и святость несопоставимы. Когда люди очень грешные видели Христа, они сказали, даже наблюдая исцеление, чудо исцеления, уйди от нас. Они люди грешные, они знают, кто перед ними. Это происходит только тогда, когда внутри человека грех и душа сращиваются так, что зло становится второй натурой. Вот тогда это происходит. Тогда человек, не имея возможности, желания и сил отказаться от того зла, которое он совершает, он, к сожалению, делает выбор не в пользу добра. И делая выбор не в пользу добра, даже самому Христу, иногда и мы сами говорим: «Отойди от нас». Сейчас мы поступаем так, как нам хочется, как нам кажется правильным. Сейчас нам не до заповеди, сейчас нам не до установлений церковных, божественных. Сейчас нам не до божественного откровения, сейчас у нас другие проблемы. Уйдите с вашей церкви, с вашей духовностью, с вашими призывами. Почему так часто человек говорит? Потому что внутри себя он сросся с грехом. Он воспринимает свои страсти как свою данность. Все, что мы называем аскетизмом, в том числе и вот то время, в которое мы сейчас с вами пребываем, это же время Великого Поста, когда наш подвиг заключается не только в том, что мы там не куснули мяса или не куснули там сальца. Поверьте, это совсем не сложно, это очень легко. Гастрономический пост – это самое легкое, что только можно себе представить. Не куснуть того или не куснуть этого. В этом подвига нет. Просто вычитывать какие-то молитвы – это тоже не подвиг. А вот то, что находится внутри нас и тянет нас к земле, увидеть, покаяться и смириться – это самое трудное, что только можно себе представить. Аскеза, вот эти упражнения, да, которые мы называем аскезой, они нам показывают, что без Бога мы ничего сделать не сможем. Без Бога мы ни от чего очиститься не сможем. Несчастный царь Навуходоносор, не имея непосредственной возможности, конечно же, войти вот в этот самый огонь, он просит их выйти из огня. Вот эта молитва,
Благословен Ты, Господи Боже, отцов наших, и хвальный превозносимый во веки, и благословенное имя славы Твоей, святое и прихвальное превозносимое во веки. Посмотрите, это словословие. Благословен Ты в храме святой славы Твоей, и прихвальный, и преславный во веки. Благословен Ты, видящий бездны, это свойство Божества, восседающий на херувимах, и прихвальный, и превозносимый во веки. Благословен Ты на престоле славы Царства Твоего, и прихвальный, и превозносимый во веки. Благословен Ты на тверди небесной, прихвальный, превозносимый во веки. Благословите все дела Господни, Господа пойте, превозносите Его во веки. Благословите ангелы Господни, Господа пойте, превозносите во веки. Благословите небеса Господа пойте, превозносите во веки. Благословите Господа все воды, которые превыше небес, пойте, превозносите Его во веки. Благословите силы Господни, Господа пойте, превозносите во веки. Благословите солнце и луна, Господа, пойте и превозносите во веки. Благословите звезды небесные, Господа, пойте и превозносите во веки. Благословите всякий дождь и роса, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите все ветры, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите огонь и жар, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите холод и зной, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите росы и иней Господа, пойте и превозносите Его во веки. Это перечисление всего того, что Господь сотворил. Ночи и дни благословите Господа и превозносите Его во веки. Свет и тьма благословите Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите лед и мороз Господа, пойте и превозносите во веки. Благословите иней и снег, благословите молнии и облака. Благословит земля Господа, да поет и провозносит его во веки. Благословите горы и холмы Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите Господа все произрастания на земле, пойте и превозносите его во веки. Благословите источники Господа, пойте и превозносите во веки. Моря и реки благословите, киты и все движущиеся в водах, пойте и превозносите его во веки. Все птицы небесные, звери и весь скот, благословите, пойте его во веки. Благословите сыны человеческие, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благослови Израиль, Господа, пой, ибо превозноси его во веки. Благословите священники Господни, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите рабы Господни, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите духи и души праведных, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите праведные и смиренные сердцем, Господа, пойте и превозносите его во веки. Благословите Анания, Азария и Мисаил, Господа, пойте и превозносите его во веки. Ибо он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти. Избавил нас из среди печи горящего пламени и среди огня избавил нас. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милостивый. Благословите все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость Его. Обратите внимание, не просто так это благословение при спасении от такого страшного явления, как огненная печь, было записано даже в виде вставки в Священное Писание. Любой трудности, какие бы мы ни попадали обстоятельства жизненные, они всегда очень разные и, конечно, как вы понимаете, не без печали. Мы придерживаемся, я имею в виду мы, христиане, того же самого подхода, который наблюдаем вот у трех этих отроков. Какой этот подход? Исповедание своих грехов. Прославление Божьей милости и призывание Божьей благодати на наши души, на наши дела, на все, что нас окружает. Призывание Божьей благодати на наших родных и близких. Вот это является правильной молитвой. Призывание Божьей благодати на дальних. Призывание Божьей благодати на наших врагов. Вот это является правильной христианской молитвой. Если
люди, противостоящие нам, а ближние мы все друг другу. Но если люди, противостоящие нам, останутся в своем зле, при том, что мы искренне от всего сердца призываем на них божественную благодать и милосердие, как говорит апостол, огненные угли собирают они себе на голову. С другой стороны, если они открывают свое сердце божественной благодатью, то в прямом смысле слова становятся нам пристными, родными и близкими. Вот это является примером истинной, правильной, прочной, христианской, церковной молитвы. Двадцать седьмой стих. Собрались сатрапы, мы говорили, кто это такие, градоначальники, наместники, царские приближенные, и увидели, что огонь перед этими людьми бессилен, и волосы у них не опалены, и одежда цела, и даже гарью от них не пахнет. Это, конечно, достаточно удивительное для всего языческого мира явление. Это то, что мы называем, личным осмотром, если хотите, да? И он заставляет, какого бы ты ни был в вероисповедании, и что бы ты вот до сих пор не думал по этому поводу, этот личный досмотр заставляет человека признать факт явления чуда. И вот в 28 стихе уже мы читаем. Царь Навуходоносор воскликнул: «Благословен Бог Шедраха, Мешаха и Абеднего, пославший своего ангела и спасший рабов своих, чтобы в него верили. Они послушались царской воли и не пожалели своей жизни, но не стали ни служить, ни поклоняться никакому Богу, кроме своего Бога». Это уже на нашей с вами памяти, изучая эту книгу Даниила пророка, это уже второй раз, да, когда святой пророк исповедует веру в единого Бога. Как и царь Египта, это происходит не просто так, это происходит под влиянием обстоятельств, жизненных путей, и, конечно, царь не остается верным. Это не итог его прихода, это не итог его покаяния, это вот тот образ, когда семена падают на каменистой почве. К сожалению, Навуходоносор не приблизился ко Творцу, не впустил его в свою жизнь, не стал человеком покаявшимся. Этого чуда не произошло, но под влиянием внешних чудес, под влиянием импульса своих же страстей, на какой-то небольшой период времени он исповедует веру в истинного Бога. Вы знаете, это ведь характеризует и отношение наше. Зачастую мы тоже просим каких-то чудес, каких-то нарушений законов природы. И потом, получая все это, через некоторое время мы забываем о том, кто это ниспослал. Господь накормил 5000 человек в пустыне. И в один день ему кричали «Осана вышни», и в другой день кричали «Распни его». Люди, то есть мы, обладаем очень короткой памятью и более движимы внутренними страстями, нежели верой. И забывая о благодеяниях Божьих, забывая о милости, забывая о спасении, об исцелении, которое получаем в своей жизни, мы продолжаем жить нашей обыденной жизнью, суетливой, полной забот и хлопот. Совершенно забываем воздать хвалу тому, кто посылает на эту землю дождь, дает возможность светить солнцу, благодаря кому плодоносит эта земля, благодаря кому мы дышим и движемся. То есть чудеса, которые происходят в нашей жизни, мы относимся к ним спустя рукава, как это сказать. Очень быстро о них забываем, очень быстро к чудесам привыкаем. Такова природа человека. А потом
Мы еще находим естественные объяснения, как в 19 веке многие библеисты находили естественное объяснение появления манны небесной в стане 600-тысячного, даже более того, народа, который вышел из Египта. Но когда обосновать это не удалось, уже в 20 веке многие библеисты соглашаются с тем, что никакого исхода не было. Ну вот, зачем они в 21 веке к нам выйдут, я уже не знаю, просто не берусь об этом судить. Но это человеческая природа, она такова, это данность. Исповедь не имеет его силы, она на какой-то период показывает превосходство израильского божества над всеми другими богами, конечно, вот этим золотым идолом, которого он поставил. Ну, конечно, содержание веры, еще раз повторимся, здесь никакого нет. Вот. В своем указе Навуходоносор тоже не требует поклонения израильскому богу, несмотря на то, что сам исповедует его силу. Он грозит в случае хулы смертью. То есть назначает то же самое наказание, которое полагается и по вавилонским законам на вавилонские божества. И это касается чего? Это касается простого подхода представителей языческого мира, который в своей империи сосредотачивает множество народов, которые исповедуют самые разные культы. И вот, чтобы не было противостояния между этими народами, вводится так называемая толерантность. Ты исповедуй, что хочешь, но чужого бога не хули. Вот происходит как бы такая реабилитация, конечно, самого еврейского народа в лице того, что их божество ставится наравне, это размышление профессора Лопухина, ставится наравне с другими божествами этой империи. Мой приказ всем народам, племенам и народностям, кто будет непочтительно говорить о боге Шадраха, Мешаха и Абеднего, то пусть разрубят на куски и дом его разрушат. Ну, все бы кого разрубить да разрушить. Ибо никакой другой бог не может так спасать, как этот бог спасает. Ну, бог спасающий, мы с вами уже говорили о том, что это стало именем собственным при воплощении Господа нашего Иисуса Христа, потому что Йехошуа это и означает Бог спасающий. Почему многие отцы говорят, что это четвертое лицо, которое ходило вместе с тремя атаками в печи, это четвертое лицо и есть вот этот самый вот это самое проявление теофании. 30 стих. Затем царь дал Шадраху, Мешаху и Абеднего важные должности в Вавилоне. Ну, тут как бы аллюзия на то, что произошло с Иовом. После того, что он прошел вот все эти испытания и сохранил это представление о собственной греховности перед Богом и о божественной святости. Точно так же эти отроки, которые тоже были свидетелями Теофании, и Иов говорит, мои глаза видели его, и три отрока ходили со Спасителем в пищи. Земное благополучие тоже настигает их. Блаженный Иероним Стридонский говорит, говорящие, что прежде три отрока были не областными судьями, поясняет, а начальниками над отдельными делами в Вавилоне, полагают, что теперь они были поставлены также и областными судьями. То есть это какое-то повышение, существенное повышение статуса.
Святой Феофил Антиохийский часто произносил фразу: «Я не поклоняюсь императору, но молюсь за него». Говорят, какие-то страшные вещи возникают в наше время с какими-то движениями царебожников, еще чего-то. Ну вот, дабы не переносить славу Всевышнего Творца на простых его служителей на земле, вот, я думаю, эти слова святого Феофила Антиохийского, они очень важны. «Я не поклоняюсь императору, но молюсь за него». 31 стих. «Царь Навуходоносор всем народам, родам и племенам на земле, мир вам и процветание. Угодно мне рассказать о знамениях и чудесах, которые сотворил мне Бог Всевышний. Как велики его знамения и чудеса, преисполнены могущества, царство его, царство вечное, и власть его на все времена». Это послание Навуходоносора приводится в книге пророка, чтобы верили, что книга не была просто вымыслом каким-то, что это не какая-то обычная компиляция. Созданная другими какими-то вот, писателями, да. Блаженный Иероним Стридонский говорит, послание это приводится, чтобы верили, что книга не была вымышлена другими, как лжет сикофант. Сикофант — это доносчик, но принадлежат самому Даниилу. Блаженный Иероним Стридонский через своих верных свидетелей Господь вновь являет свою силу, когда мы с вами, да и вся империя вавилонская, конечно, удивляясь этому, безусловно, наблюдала, как ярый язычник, восхвалявший не просто каких-то языческих богов, а самого себя, представлявший в качестве божества, исповедует Господа. Это, конечно, верх того, что можно себе представить. Тут говорят, что когда Господь смеется над людьми, отбирает у них разум, да, дело не в смехе, дело в том, что человека, конечно, нужно привести в состояние смирения. Увы, внешне привод человека к смирению ничего не дает, мы это видим, это ненадолго. Но тем не менее, Господь поругаем не бывает. На этом третья глава книги пророка Даниила окончена. Следующая глава, четвертая. Мы будем ее изучать во время следующей нашей встречи. Если сегодняшняя трансляция в тестовом режиме вот прошла удачно, если она также удачно запишется и останется, ну, возможно, что в этот период, период вынужденного пребывания в затворах, с которым, ну, наверное, всех нас можно и поздравить, потому что вот мы очень часто в период Великого Поста слушаем все, что связано с житием Марии Египетской, вот, а забываем, что согласно этому житию монахи на период Великого Поста расходились в пустыню, по кельям, по пещерам и пребывали в одиночестве, то есть не вместе славили Бога, каждый нес свой подвиг отдельно, как и мы сейчас, пребывая в изоляции. А потому что монах, как вы понимаете, это моно, но это не единение с самим собой, это единение с Богом. Ну и если вот этот
вот эта злая напасть, этот мор, который, даст Бог, минует нас и очень быстро пройдет, мы молимся об этом, дает нам всем возможность остановиться на какой-то период, стать свободными от этой земной суеты, может быть, даже объединиться со своими родными и близкими. И самое главное, посмотреть на себя и, может быть, в чем-то покаяться, в чем-то измениться и как-то изменить отношение с Творцом, то это время карантина для нас всех станет, без сомнения, самым продуктивным, самым важным, самым полезным. И вообще нужно даже благодарить Всевышнего за такую возможность, которая нам предоставлена. Я думаю, что сообща мы преодолеем те вызовы, которые есть, никто с голоду не умрет. Вот, все-таки мы состраданием относимся друг к другу. Вот, но тем не менее полезно проведет это время. Бояться тут ничего не надо. Господь всегда со всеми нами. Вот, ну, часто задают вот вопрос. Да, вот пишут личку по поводу, что они написали. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных и будут здоровы. А, ну да, да, правильно вы пишете. Я называть не буду, да, правильно вы пишете. Да, Евангелие говорит нам об этом. Вот, это на самом деле так. Это на самом деле так. Для христиан нет, для верующих людей нет ничего невозможного. Вот, но я бы как бы и от буквальных толкований Писания тоже предостерег бы христиан, да, потому что, ну, во-первых, мы с вами очень часто обращаем внимание на искушение Христа в пустыне. Дьявол часто приносил, цитировал Священное Писание, Божественное Откровение, извращая его. И только тот, кто, собственно говоря, это откровение дал, давал верное толкование. Вы помните, что на просьбу броситься с храма, да, с горы, с храма, только потому, что в Писании сказано, что ни единая кость от него, у него не сокрушится, да, это, конечно, искушение. Господь так и говорит: не искушай Господа Бога твоего. Конечно, мы молимся о том, чтобы физические законы природы были, когда нам грозит опасность какая-то, да, преодолены чудом. Но когда мы сами начинаем искушать Всевышнего, ну, буквально пить из колодца, который заражен холерой, надеясь на то, что это нас как-то убережет, я думаю, это неверно. Это и есть искушение Всевышнего. Потому что когда мы о чем-то думаем, и когда мы как-то поступаем в нашей жизни, мы руководствоваться должны не тем, что мы там услышали или прочли, а руководствоваться должны тем, имеет ли это отношение к воле Божьей. Я вот вспоминаю слова по этому поводу блаженного Иеронима. Он блаженного Августина. Да, по-моему, блаженного Августина. Он в категорической форме не признавал буквальное понимание или толкование этого текста. Он говорил, что вот пить, смертное испию, да, и это для верующих не будет проблемой. Пить — это значит питаться, читать, видеть, то есть иметь дело вот с образами, о которых мы говорим,
жить в этом мире, вот, и что-то еще из памяти в качестве воспоминания извлекать. Вот это значит пить. И поскольку жизнь греховная, и мы сами живем греховной жизнью, и видим грехи, которые происходят вокруг, мы же часто их обличаем. Но когда ты сам варишься в этом, то ты, безусловно, пьешь смертное. Ты ходишь по грани. Ты можешь согрешить и совершить смертный грех. Вот эта мысль есть у блаженного Августина. И он говорит о том, что когда ты читаешь Священное Писание, когда ты в своей жизни поступаешь рассудительно в соответствии со своей верой, вот так, как Господь нам показывает, да? Когда ты живешь в соответствии вот с той верой, которую ты исповедуешь, ну вот символ веры мы исповедуем, заповеди блаженства мы исповедуем, никто же не мешает нам их исполнять. Вот тогда то смертное, то есть все то, что нас соблазняет в этом мире, проходит мимо нас и нас не задевает. У него есть еще такая мысль о памяти. Он говорит о том, что даже если что-то плохое сохраняется в нашей памяти, мы же пытаемся из памяти изгнать все плохое, да? И таким образом как бы уберечь себя. Вот это смертное, сохраняющееся даже в нашей памяти, говорит блаженный Августин, уже не вредит нам. Но это, конечно, касается людей тех, у которых, которые пребывают в Господе. Сказать человеку просто «не бойся» – это ничего не даст. Но сам страх, когда это страх Господний, сам страх, когда он умудряет человека, ну, конечно, тогда страх перед различными эпидемиями в том числе, да, он нивелируется. Не так, что человек нарушает все нормы, да, вот, нормативы медицинские, нет. Но так, что для него все-таки, являясь главной целью и ценностью в жизни единения с Богом, то, друзья мои, оно не противоречит тому, что от нас требует государство. Давайте кесарю кесарево, а Божие Богове. И противоречие здесь только до греха. Ведь никто же не призывает нас в законном порядке совершать грех. Даже многие другие государства, которые имеют законы, разрешающий грех, вот в Абхазии такое законодательство, слава Богу, даже вот отсутствует. То есть у нас вот запрещены многие убийства, в том числе нерожденных младенцев, к примеру. Да? То есть никто вас не побуждает совершать грех, ни государство, ни правительство. Вот. Тут просто в этом отношении, с точки зрения взаимоотношения закона и веры, в Абхазии полная благодать, поэтому не нужно искушаться самому. Беречь себя, конечно, от гордыни, воспринимать все, что мы слышим, со смирением, и прежде всего сохранять верность нашему Творцу. Вот, если больше никаких вопросов, я вот смотрю, вроде никаких вопросов больше нет. Если никаких вопросов больше нет, то на этом мы закончим. Вот. А следующий наш небольшой стрим, ну, если даст Бог, конечно, он может быть и пораньше, то есть это уже теперь не раз в месяц может быть, это может быть и почаще, потому что в этих условиях, в которых мы находимся, я думаю, у каждого из нас есть возможность читать Священное Писание, окунаться в откровение Божие, которое является единственным животворным и животворящим для нас всех, и православных христиан, и всех людей на земле. Ну, а на наших небольших встречах мы можем заниматься вот толкованием небольшой экзегезы Священного Писания и продолжать изучать. Нету лучшего места. Блаженный Иероним в свое время приехал в Палестину, выкопал себе пещеру, чтобы переводить Священное Писание и находиться в уединении. Сегодняшнее наше уединение дает нам возможность, как никогда, тем более в период Великого Поста, заниматься изучением Священного Писания. Пусть Всевышний Господь нас всех хранит от всех бед и невзгод, чтобы мы доблестно, аскетично прошли период этого
Великого Поста и встретили Святую Пасху, так как ее положено встречать. Как положено встречать воскресшего Христа радостно. Храни вас всех, Господь!